Всем зрителям канала «Райскую усадьбу» привет! Сегодня 22 апреля. Устроим депрессию на капельку. И уральская VIP. Теплица у нас будет размером капля 2,5 на 3 метра. Уральская 3 на 5. Начинаем. Каркас уральской VIP установлен. Сейчас протянутся прогоны. И перейдем к сборке каркаса капельного. Каркас уральской VIP крепим к бетону. Часть каркаса капельки уже стоит. Два каркаса у нас стоят, закреплены, выровнены. Покрыли обе теплицы поликарбонатом. Сейчас будем прокручивать шайбы, ставить коньки, зашивать двери. Закрыли двери поликарбонатом, протянули покрытие. Сейчас нужно его подрезать и докрутить. Также параллельно сейчас будут делаться форточные блоки и затем система подвески. Закончили монтаж теплиц. Напоминаю, строили мы теплицу капля 2,5 шириной, 3 длиной, и уральская VIP 3 шириной, 5 длиной. Пойдем смотреть. Начнем с капли. С одного торца разрезная дверь форточка. Другой торец у нас глухой. Сама теплица стоит на бетонном основании. Имеется форточный блок, одна половинка которого управляется вручную, другая термоприводом. И система подвески, подвинитки на каждую сторону. Каркас теплицы из трубы 20 на 20, окраска полимерно-порошковым способом. Также есть диагонали укосины для большей жесткости конструкции. Поликарбонат 4 мм, 0,8 плотность. Take a moment right here. Feeling like a sound gear. Уральская VIP. Точно так же с одного торца у нас разрезная дверь форточка. Другой торец глухой. Система подвески 4 нитки. Форточный блок. Также половинка термоприводом управляется. Другая половинка вручную. Тоже стоит на бетонном основании. Закреплено с помощью анкеров. Поликарбонат 4 мм, 0,8 плотность. Также есть диагонали укосины. Каркас у этой теплицы сделан, основная арка из трубы 40 на 20, подпирающая из трубы 20 на 20. Точно так же все покрашено полимерно-порошковым способом. Вот
на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.